Слотокін. Королівський сезон починається. На Старокримському полігоні в Кіровському районі тимчасово окупованого Криму знову було чути вибухи. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали. Нагадаю, що 19 липня туди вже так потужненько прилітало. Удар тоді стався по складу боєприпасів російських окупантів на території Старокримського полігону. Вони називали ситуацію динамічною і повідомляли, що російські боєприпаси кілька днів ще після того детонували. І ми це бачили і знаємо. Ну, така хороша, яскрава була детонація. Але я так бачу, що їх і тут життя нічому не вчить, Борисе. І що там могло вибухати, що вам відомо? І взагалі оцей Старокримський полігон, наскільки він важливий для росіян? Не могу сказати детально по техніці, що там знаходиться і так далі. Тут, мабуть, більше к воєнним експертам питання. А може бути і хорошо, що не знаю я і не розказую. Вот. Поэтому, ну, все чаще, то есть логика, я общался там с нашими военными экспертами, которым я доверяю, их не так много, кстати, кто действительно делает хорошие прогнозы, и они мне проводят аналогию, вот помните, когда перед тем, как выгнать россиян из Херсона, серьезные удары по логистическим цепям, складам, значит, командным пунктам наносились, то есть логика примерно такая же, уничтожается логистика, мы это видим по ударом по мостам, уничтожаются склады БК, бьют по аэродромам, разрушение и полос, и, возможно, авиационной техники происходит. Дело в том, что, ну, то есть все делают правильно, уничтожают резервы, уничтожают базы с горюче-смазочными материалами. Понятно, что россияне будут говорить, это мучение, это травка у нас горит, это, значит, просто мы тут дымок решили запустить. Но цели, беспилотники, ракеты находят свои цели, достигают медленно, но верно. Одним ударом, конечно, это все не уничтожит. Россияне тоже не перемещают, закрывают, скрывают. Системы ПВО перемещают. Но цели мы своих достигаем. Поэтому и обратите внимание, насколько чаще мы стали слышать новости про то, что в Крыму что-то где-то взорвалось. То есть это говорит о том, что идет целенаправленная серьезная работа именно по крымским базам. Ну и плюс ракеты, которые, по идее, нам уже должны скоро передать. И те, которые уже передали скальпы и Storm Shadow. Про Таурус я говорю, да, 560 километров. Да. То есть я думаю, что больше возможностей у нас появляется и меньше маневра для ухода у россиян. Поэтому, ну, давайте смотреть. Новости, в принципе, неплохие. Дуже хороші. Зараз скажу три речення і поставлю одне питання. Ми ніколи не побачимо Зеленського та Путіна за одним столом переговорів. Про це говорить міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Каже, що ми зможемо вести України переговори лише, коли Росія виведе всі свої війська. Явно це буде не Путін і не його режим. Друга позиція, скажімо так, нехай Зеленський сам вирішує, коли буде готовий, або коли вони будуть готові мати такі розмови, але перешкодою завжди було і залишається те, що Путін не відмовився від своїх реалістичних цілей, від своєї віри в те, що Україна, за його словами, не є справжньою країною і не вивів свої війська. Це говорить речник Держдепу Сполучених Штатів Америки Меттью Міллер. І третя позиція, я нагадаю, чому вони взагалі про це все говорять, тому що президент Об'єднаних Арабських Еміратів запропонував організувати в Дубаї на кліматичній конференції зустріч президентів України Володимира Зеленського і Путіна. От на це, власне, і відреагували офіційний Київ і офіційний Вашингтон. Ми дійсно ніколи не побачимо Зеленського і Путіна, це очевидно. Для чого ось такі пропозиції знову лунають? Якось вони вже втомили. Да, но мы не увидим Зеленского и Путина за одним столом, потому что Путин сидит за таким столом, который в кадр просто не влазит. Вот. Ну, если серьезно, то сейчас много кто выдвигает свои инициативы, и неплохо было бы встретиться. Понятно, накачивают себе политические баллы, в том числе, понятно, выступают в роли миротворцев. У нас там и африканский мирный план, и китайский мирный план, и каких только мирных планов мы не видали. Но, еще раз подчеркну, и я считаю эту позицию правильно, с Путиным договариваться не о чем. Договариваться нужно либо, как говорит Кулеба, через посредника, либо уже с тем, кто после Путина будет. Потому что с Путиным, который является террористом и убийцей, с ним не о чем говорить. А если даже с ним о чем-то можно договориться, то он эти договоренности с удовольствием нарушит при первой возможности. Поэтому с Путиным нужно разговаривать. Возможно, мы увидим за одним столом, но только Путин должен уже быть в наручниках. Да? Единственный вариант, при котором мы увидим Зеленского и Путина за одним столом.
А там ще Кулеба говорить про те, що і інші дипломатичні опції можуть бути можливі. А які? На якому взагалі оці рівні мають проходити після виведення військ, після перемоги України, якщо будуть якісь ці перемовини? На якому рівні вони можуть проходити? Орієнтовно на такому ж, як ми бачили, зокрема, в Туреччині, в Білорусі на початку повномасштабного вторгнення, чи ні? Чи треба якось змінювати ось цей рівень представництва на переговорних моментах? Ну, давайте говорить прямо, мирное соглашение – это только высший уровень, уровень глав государств, это раз, не уровень там, заместителей, помощников и так далее. Это рабочие группы, которые готовят итоговую, ну вот главную встречу. Безусловно, здесь должны быть в качестве посредников гаранты с проукраинской позиции, желательно ядерные государства, которые жестко прогарантируют то, что будет написано, подписано и так далее. Поэтому пока я в каком-то обозримом будущем не представляю, как это может случиться, но вот подобные призывы, а давайте я вот посажу, а давайте я стану посредником, мы слышали от Эрдогана, вот сейчас там страны глобального юга и восток. Ну, в общем, все выдвигают свои предложения. Это хорошо, давайте все рассмотрим. Главное, чтобы ваша позиция была проукраинской, и главное, чтобы ваш интерес был в том, чтобы Украина восстановила территориальную целостность, суверенитет, понятное дело, уважение к суверенитету, наказаны были все виновные, заплачены все репарации. В таком ключе мы готовы разговаривать. А просто там с Путиным о чем-то начать договариваться. Мы же понимаем, они же просили, помните, зимой, там, ну, Лавров, мы готовы, Россия не отказывается, это Украина не хочет. То есть Россия всегда просит переговоры, когда находится в более слабой позиции, для того, чтобы перевести дух, а потом какую-то очередную опять совершить. Нет, ну и с Путиным говорить не о чем. Погоджуюся. CNN пише про те, що сповільнення українського контрнаступу, ну це вони так говорять, чомусь вони його постійно бачать, може стати величезною політичною проблемою для підтримки України в Сполучених Штатів Америки. Ще й кажуть, що вибір американців під час голосування у листопаді 24-го року може зіграти важливу роль і у вирішенні долі України. А от речник Держдепу Сполучених Штатів Америки, якого я вже сьогодні цитувала, Меттью Міллер, говорить, що діятимуть гарантії безпеки і допомоги для України навіть за Трампа, тому що саме зараз йде розробка ось цих гарантій двосторонніх безпеки між Україною і Сполученими Штатами Америки. І Міллер зазначає, що ми маємо так закріпити ці довгострокові угоди, щоб вони пережили будь-яку адміністрацію, будь-який уряд, як тут в Сполучених Штатах, так і між нами, союзниками і партнерами, які взяли на себе довгострокові зобов'язання щодо безпеки України. Вдасться ось таким чином прописати і закріпити ось ці гарантії безпеки? Да, конечно, удастся. Вот в этом-то и суть, это и в этом и плюс американской демократии и системы сдержек и противовесов, что перед приходом Трампа могут быть заключены такие соглашения и подписаны такие гарантии, что Трамп их единолично изменить не сможет. Потому что есть Конгресс, есть демократы, которые не дадут. Есть республиканцы, очень, и в большинстве своем, которые ну, симпатизируют и лоббируют украинские интересы. Понятно, что есть, например, там часть трампистов, которые, может быть, там захотят уменьшить какие-то объемы помощи, но не потому, что они не хотят победы Украины, а потому, что они, это такое популистское движение в сторону прогиб, в сторону налогоплательщиков, мол, смотрите, мы тут урезали, мы туда, значит, даем меньше, значит, больше будет на внутригосударственные инициативы, на вас там и на все остальное. В общем, конечно, можно. И правильная абсолютно тенденция, я думаю, что так все и будет прописано. И да, Трамп единолично ничего не сможет изменить, а попробует занять пророссийскую позицию, получит импичмент, от которого уже не открутится никуда. Поэтому, но угроза все-таки есть того, что вот Трамп со своими идеями, да, вот идеей прекращения войны за один день, видением Путина как смарт, как он его, смартмен, да, называл там, но пошел не той дорожкой. Ну, то есть, понятное дело, что нельзя убийцу тирана-террориста смарт называть, да, как это. Ну, в общем,
Я не думаю, что будет сокращена помощь. Я не думаю... А, что касается, как это, не такого быстрого контрнаступления. А у вас что, есть какой-то график? Ну, да. То есть вот когда говорят, не такое быстрое, не такое там какое-то резкое. У вас есть график, когда мы должны были выйти к Мелитополю или к Бердянску? Нет этого графика. Хотите быстрое контрнаступление? Давайте больше оружия. В чем вообще проблема? Дайте атак МС, дайте, значит, больше танков. Вот будет вам чуть быстрее тогда. То есть у вас в руках скорость, вот этот переключатель скорости контрнаступления. Поэтому я сейчас ни камушек ни в чей огород не кидаю. И еще раз подчеркиваю, мы благодарны всем нашим партнерам, кто нам помогает, кто-то больше, кто-то меньше, всем благодарны. Но когда задаете вопросы, поднимаете тему небыстрого контрнаступления, поднимайте тему небыстрых поставок вооружения тогда.